Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Ну, друзья, я думаю, это он, конечно, слишком уж назвал. Под контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Все, я поняла. То есть у него там есть друзья, но не все. И братва здесь неправильная. Неправильный мед, да, делают эти пчелы. Я помню эту решеточку. Чувствуется мне, что здесь что-то будет неладное. Потому что по книге, в принципе, Бурбон не должен быть жив. Но здесь он пока еще... Эй, ты вещи свои оставил? Опрометчиво, Бурбон. А по-моему, ничего не в норме, да. Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К пахану. Хозяин? Ну, конечно. Хозяин, так не хозяин. Там драка, да? Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. Да. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Почему они используют именно двигаем, двигаем? Чего нельзя сказать идем? Let's go. Там, я не знаю, еще что-нибудь. Именно двигаем. Блин, они просто взяли его и избили, да? Не-не, шмотки нет. Шмотки я оставлю себе. Ну или потом отдадим Бурбону, если он все-таки останется жив у нас. Ладно. Молодец, Артём. Вовремя среагировал, что шмотки надо убрать, чтобы они их не заметили. Так, и что у него там есть? Я же могу? Да, противогаз нам больше не нужен. Так, это калаш. Менять, не менять... Сделаем вот так вот. Дробовиком я все равно почти не пользуюсь. Да как всегда. Я в какие игры, там где шутеры, я дробовиком почти не пользуюсь никогда. В основном это у меня штурмовые винтовки. Блин, я не попала. Он так умер. Блин, он прислонился к стеночке отдохнуть. Очередной, блин. Труп, который решил отдохнуть. Черт, я думаю, это будет тяжело, потому что я слишком быстро начала стрелять по ним. Да еще к тому же, я промазала. Если бы я сразу попала ему в голову, такого шума бы не возникло. Он просто бы упал, и все. Они бы потом, если пошли сюда. Эй, паук. Жесть, они огромные. Блин, у меня аж мурашки уже по телу. Я немного стремаюсь, пауков. Ну да ладно. Вот. Блин, они меня видят, твою мать. Так, чё придумать, чё бы придумать? Давайте по одному. Вот сейчас попало. Так, где ты? Ты, блин, очень далеко. Да, толку мне от нее. Я все равно не рядом с ней. Я здесь еще наверху сижу, не спускаюсь. Эй, ты чё танцуешь, братва? Я и говорю, они выражаются, блин, на манер 90-х. Ну, а ругаются, как настоящие русские мужики, да. Да никого ты не прижал. К стенке, если только прижал, да и то не Артёма. Нельзя высовываться и голос свой показывать. Эй, это очередная растяжка, твою мать.
Где она была? Вот. Да, это точно. Беги, Артём, пожалуйста, куда-нибудь. Надо ж было вот с этой растяжкой профукать. М? Забирай уже нож, давай. Перезаряжается вечность. И опять же, повторюсь, да, я уже говорила о том, что это можно пройти не так. Это можно пройти тихо и скрытно. Ну, или есть, вроде как, говорили, что есть возможность их просто тупо оглушить. Не убивать, в общем, а оглушить. Но это не мой стиль. Это не мой стиль. Эй, чувак, а ты что, бездомный, что ли, или... Ты что там сидишь? Странно как-то. Ну вот. Поэтому мой стиль это именно действительно от них избавляться раз и навсегда. Ну, короче, мы... Ничего хорошего, да, Артём из себя не представляет, делая так. А тут чё? Ничего. Смерть твоя здесь. Это они жмуров так называют? Лошара, это новое? Или это он про того типа, которого только что убила? Он говорит, ты лошара, чё ты высовываешься? Все? Да вроде все, здесь больше вроде никого не осталось. По крайней мере, с них еще можно собрать что-нибудь вкусное, поэтому... Надеюсь, это никого не будет прям уж так такой неожиданностью, что я веду именно такой стиль боя. Но не то, что неожиданностью, а вызывать там ненависть, я не знаю, или какие-нибудь негативные эмоции. Я и не намерена у кого-либо вызывать негативные эмоции. Ну, понятное дело, что всем не угодишь, но просто мой стиль именно такой. Мне так проще в играх. Да, шухер. Блин, меня все грязью забрызгало. Откуда ты по мне попал? Меткий, блин. Ну, хотя ему сверху удобней. Где? А, это то, что я кидал, или то, что он кинул, но просто она до меня не долетела. Она вообще убивает кого-нибудь, эта граната? О-о-о. Неплохо. И... Одного, по ходу дела. Или вообще никого. По-моему, толку от этих гранат вообще нет. Это надо чисто прям под них кидать. Патроны. Закончились патроны опять. Блин, здесь нету. Здесь два. Черт. 10. Ладно. 14, вернее. Все очень плохо. Я на них потратила почти весь свой запас патронов. Так, где тебя перерезать? Угу. О, могу забрать. Блин, надо... Теперь уже не так расточительно тратить их, да, и не пускать в них целые очереди, а стараться как-то
целиться более прицельно в голову и по одному патрону выпускать. Ну, блин, вообще не напасешься нафиг на всех них. Я понимаю, потому что это я такой стиль выбрала, да, поэтому мне патронов надо очень много. Если бы, в принципе, тихо, скрытно это проходить, просто их оглушать или даже в большинстве случаев просто проходить мимо, так, чтобы они тебя не видели, то тогда да. Тебе, в принципе, патронов хватит. Именно хватит, когда ты будешь выходить на поверхность. Убивать этих мутантов. Куда я вообще попала? Что здесь? Что у них здесь за баррикады? Такие стрёмные проходы. Куда они ведут? Это что было? Он меня не ожидал здесь увидеть. Он сначала меня увидел, а потом... Не-не, мне кажется. Да он здесь баловался кое-чем. Я думала, я просто взять эту хрень могу или что-то там. А я просто взяла и тоже, короче, кальянчика. Давай уже отходи, Артём, давай. Что это было? Нет, больше не хочу. Мне лучше выйти отсюда. А нафига вот они такие проходы здесь понастроили? Лабиринты целые. Я еще, мудак, ходила с включенным фонарем, поэтому они меня видели, да? Но запрыгнешь, нет? Куда они? А, они бурбона к хозяину, блин, отвели, да? Что же он такого-то сделал, Бурбон? Что его, в принципе, ни на одной станции не жалуют. Что же он сделал? Ну ладно. Блин, неужели вниз? Тушки, свиные тушки. А там он, значит, не может дышать без противогаза. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гоноход? Вот так вот, правильно. Опа. Что за... Блин. А чё ты стоишь, Артём? Ну, блин, у тебя оружие есть. Ты бы мог его уже прикончить. Не Бурбона, а вот этого вот типа. Я не знаю, кто это был. А ты еще... А! Можешь опустить свое оружие. На Хана похож. Да, это Хан. Блин, Бурбон... Печальный, но ожидаемый финал для таких. Он неожидаемый, да, понимаете? Да. Я могла его спасти, Бурбона. Блин, вот оно, оружие. Он зашел и все, и оружия у него нету, да? Да.